подхожу к загрузке. Хожу в город Бреда, сзади остался. Галашка. Вот, ребята, приехал на загрузку вот такую, видите. Три шефа разговаривал с поляком. Он переставляет машину, потому что мне сейчас надо вот будет грузить вот те длинные балки. Палет там. Итак, это Галашка. На Голландии будет происходить загрузочка. Вот такая фирма напротив большая. Пыхтит трубенька. Шось там, ля-ля-ля-ля-ля. Шось он не может, бедный, уставить ее. Ну, как-то так. Все, подъезжаем, растентовываемся и загружаемся. Стентовал процепчик. Велосипед мой лежит. Ожидаем. Пошел, взял капучино себе в Голландии, иметь все бесплатно. И в ожиданиях. Пьем. Загрузился вот. 12 метров балку эту деревянную. Там этот. Сейчас будем ремнями увязывать. Там еще балки для цирка. Везу эту. Складывать будут. Как-то так. Все, складываемся, выезжаем. Заскочили в гермашку. Уже едем. После загрузочки. Ничего не снимал, не было смысла. Таким вот. Дальше. Хотел показать, если телефон заснимет этот стул, а это уматывая, сколько в него смотрю, улыбаюсь постоянно. Такой вот стул там. Как-то так полетели дальше. Вон завод проезжаю и еду дальше. Подъезжаю к выгрузке. Вон, видите, смотрите, какие кабанчики тут. Дерт едят. Да, большие такие кабанчики. На ферму уж эту везу. Я ж не знаю, здесь ли это будет выгрузка или где. А куда-то тут дальше и знак уже он стоит. Запрещено грузовику. Ладно, ищем. Вот что значит, когда загрузки кончены. Знак стоит, запрещено в фуре выгрузка. Ну, а что мне делать? У меня тут где-то на какие-то ферме какая-то выгрузка. Как-то так. Ладно, едем искать эту ферму. Главное, чтобы все вот это потом не сдавать задом. Тогда будет печаль печалью. Вот как-то так, ребят. Вот нашли эту ферму. Какой-то мостик. У них тут мосты очень печальные. Блять, я вздрогнул, передернул. Нашел какую-то ферму, ну не знаю, сюда ли мне или нет. Есть ли тут кто-то? Такая ситуация. Сейчас будем спрашивать, искать кого-то. Как-то так, пока ворота открыты. Идемте спросим, сюда или нет. Фиг их знает. Не знаю, пошел, посмотрел, никого нет. Короче, ферма пустая. Развернуться вот мне реально негде, дальше дорога заканчивается. Иду на риск. Буду сейчас заезжать вот в эту ферму. Потому что выхода нет. Если я провалюсь, будет пиздец. Это низкорамная машина, она не предназначена для таких вот покатушек, как делает наш босс. Сейчас вот сюда, думаю, на весы заеду, развернусь. Назад съеду, потому что как-то, да, по-другому никак, я думаю. Вот эта ферма сама. Свинячая, там свинья он лежит, могу взять одну и вторую. Как-то так, ладно. Распетлялся вот так вот. Сдал немного еще туда и буду сейчас выезжать. Вот как-то так. Немножко еще назад сдадим. Никого нет. Ну, чтоб ворота не разнести эти. Вот как-то так. И выезжаем. Поехали отсюда. Камень уже этот вот заезженный. Ну, что ты сделаешь? Сейчас будем мучиться. Я уже понял.
Попытка номер два. Не вышли. Видите, в палисаднику ходят мои следы. Попытка номер два выезда. Еще раз пробуем. Попытка номер два. Вон, это низкорамная, ребята, машина, о чем я говорю. В обочину сильно лезть нельзя, потому что здесь какая-то яма. Можно оставить эту машину на веки вечные. Его нельзя колесом сюда, потому что она будет елозить. Ну, вот как-то так. Здесь выходим нормально. Сейчас. И здесь как. Главное, чтобы вот этот знак здесь не сломался. То останутся они тут без знака. И я их оставлю. Пробуем еще раз. Попытка номер два не удалась. Упираемся здесь в знак. А там на камушек наезжаем. Сдаем назад. Попытка номер три будем пробовать. Выезжать. Так не могу выехать. Потому что вот мои следы, наезжаю на камень и в куст уходит прицеп, не вытягиваю. Буду пытаться сейчас сюда вперед и сдам назад. И попробую с той стороны от весов выехать. Отсюда, как-то так. Пробуем отсюда, сейчас вот так попробуем с этих весов выехать. Я не подумайте, ничего, это не скоромная машина, там траншея. Дальше нет, если он спустится туда в траншею на водопой, то это викинг только. Викинг 1000 евро. Вот и все. Его могут стянуть запросто. Вот, попытка 3. Пробуем. Так, ребята, наискось я выехал с этой фермы. Еду на паркинг где-то. Завтра будем что-то думать с утра, как бы так. Все, поехали. У меня еще мостик вот этот вот невзрачный. Пролетим сейчас махом его по быренькому, даже если он обвалится. И все, поехали выезжать куда-то. Где-то что-то стать хотя бы, потому что это издевание просто-напросто. Вот как-то так. Ребята, 8 часов вечера. В поле возле какой-то фирмы здесь. Достаю до утра, а там буду завтра идти с ними решать. Все, спокойной ночи всем. Как-то так. Иду утром. Узнать на ферму, будет ли меня выгружать его сколько пешочком. Просто жито решил снять. Классное. Пошел дальше. Машины стоят, моя аж там стоит. Это не моя. И поросятки здесь. Идем узнавать на ферму, во сколько будет выгружать. Он немец, который мне вчера помогал. Идемте, погода сегодня хмурная. Пришел на ферму на эту. Никого нету. Хожу по ферме. Второй день. Прицеп. Зачем прицеп такой на ферме? А, видно, химию какую-то привозят. Какая-то вон. Дерть, наверное. А, да. Ну, как-то так. Да, это дерть, которую люди покупают. Вот видите, они набивают ее вот этой машиной, под трактор цепляют. Вон, он даже видно следы от нее. Дерти. Там ковшом набирает, потому что это ферма. Здесь очень много. Это, наверное, привез этот купол вот сюда. Они хотят его выставить, чтобы больше дерти входило. Ладно, идем ждать, ожидать дальше. Куда он поехал? Приехал вот этот джип, меня привез хозяин. И уехал. Странный тип. Ладно, едем на выгрузку. Как-то так. Опять вернулись сюда. Ну, в этот раз хоть открытые ворота, они как вчера мучились. То уже будет как-то попроще. Вот трактор приготавливают они. Пытаюсь вот в эти ворота заехать. И вот где-то вот сейчас вот здесь. Ну, здесь, да, здесь ворота здоровые, я и выйду. Опять придется покрутиться, правда, и выедем. Там ворота нормальные. Через них туда опять и назад. Сдадим туда и выедем теми воротами. Все, устанавливаем машину и будем ожидать, когда они скажут, как стать мне. Такая выгрузка. Ферма. Как-то так. Выгрузка, полный оттас называется. Теперь сдаем задом, потому что им надо вытянуть это в поле. Накрутился я уже с утра, а мне еще ехать в конченый Колфланд грузиться. Это конченая вообще загрузка колфландовская. Эдеки, Колфланд. Сейчас я поеду туда, там еще буду мучаться нахер.
Ну и вот такая разгрузка происходит трактором. Выгружаем все вручную, еще немножко осталось. Сейчас ждем видлы длинные. Как-то так. Все. Так, выгрузился, затентовался. Выезжаю с села этого. Вон, видите, даже легковая впереди едет. Я просто вынужден встать, и я с ней не разминусь никак. Даже с легковой. Вот как-то так происходит в таких выгрузках. Ну, ладно, едем на загрузку. На Kaufland грузиться. На супермаркет петушины. Как-то так. Полетели. Уже у них буряк подходит. Вон. Наедем. Пошел на загрузку на Kaufland. Ага. Паркинг сюда. Сейчас заеду на паркинг сперва. А потом идешь регистрируйся. Все, понял, как здесь. Специфика. Это больная этих Kauflandов сделана. Вон, видите. Вон, пешеходный. Подъехали. Пошел, спросил, подъехал на регистрацию с паркинга. Сейчас будем регистрироваться и заезжать. Снимать там на регистрации нельзя. Потому что даже вон указано, что съемка запрещена. Как-то так вот. На этот Kaufland. Сейчас будем грузить. Здесь грузишь сам, здесь грузчиков нету. В Kauflandах, в этом. Вот знаки нельзя нарушать, потому что выгонят сразу. Он как большое поселение, посмотрите, сколько его места здесь. Очень большое. Едем дальше искать бюро. Мне бюро 801, 801 рампа где-то там бюро, он сказал. Как-то так. Под рампу. Вот. Моя 813. Вон такой товар здесь всякий. И палеты, и что хочешь. Сейчас будем грузить сам здесь. Сам. Как-то так. Пизденная контора, блядь. Это вообще уже просто без слов. Этот Kaufland. Иду, короче, рампу. Они говорят, одну рампу. Пришел, он намучился, стал между машинами там. Нет, неправильно, иди в другую рампу. Надо встать на следующую, потому что там товар лежит. Они не рассчитали. Идем опять. Выезжать, отъезжать, подъезжать. Нам уж нечем заняться. Чтобы только-только ездить, подъезжать и так далее. Как-то так. Где-то карточка. Вот, переезжаю на другую рампу. На соседнюю, блядь. Он как-то так, машины мешают, ездить надо, немножко присматриваться. Переезжаем. Вот я вставил ключик, который мне дали, карту эту, в рохлю. И сейчас будем загружать первые палеты. Вот как-то так. Практически сейчас у него пошла такая работа. Каждый день работаем под этими. Под этой. Всякое говно возим, короче. Соответственно. Вот так будем, ребята, сейчас загружать, чтобы не думали. Поехали. Первый палет поставил, поперли за вторым. Загрузил это барахло все, что пришлось вручную выкидывать. Как-то так. Рохля вот моя вся выснажена, полностью убил рохлю. Идем поднимаем рампу. Вот так, это вверх. И вот эту кнопочку сюда нажимаем. И рампа вон. Все, опустим рампу. И опускаем. Вот. Все электрически. Кнопкой. Все, барахло поехало. Как-то так. Еще не написано, ни выгрузка, ничего. Я иду. Вон мой велосипед стоит, сейчас загружу. Выйду на паркинг, поем.
выезжаю вот по кругу с Колфанда. Сейчас стану перекушу и буду дальше ехать. Одни рефы и Демьян. Где тут? Выезжаем отсюда вот с проходной вот этой вот она. Сейчас попытаемся заскочить опять на паркинг, если получится, чтобы хотя бы перекусить. Ладно, я здесь, в принципе, знаю место. А не, вот есть. Есть, есть. Ага, нету тут. Тут нельзя поворачивать. Кирпичи висят, не можно так делать. Да ладно, сейчас станем там. Ага, там наверху тоже не делаем. Магистрали. Паузу ставим. Вот магистраль сама. Да, оно будет вести. Надо ставить на 45 минут. Что-то в последнее время загрузки хуже и хуже делается. Я там так вот только что пробирался вообще, и вот здесь вижу впереди там деревья, фуры сильно не ездят, ямы на ямах, там ветками бился абсолютно сильно, прицеп, люк открытый, слышу, ну что делать, проехать же надо как-то, где-то тут должна быть выгрузка, ну, чтоб не было фальш, только адресата, как они это часто делают. Вот так вот, ребята, ищем, 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 ищем. Как-то так. Ну, нашли это место. Сейчас где-то тут парканемся, потому что надо переночевать. Пошли они нафиг. Вот как-то так, ребята. Так и останемся, наверное. Спокойной всем ночи.